Приветствую всех жителей гостей канала Hard City. У микрофона снова Андрей. И мы с вами продолжаем проходить игру Ведьмак 3 Дикая Охота на максимальном уровне сложности насмерть. Напоминаю, мы должны встретиться с Роше у моста в Аксенфурте и отправиться к риданскому шпиону. Готовы? Связной ждет в шахматном клубе. Давай разберемся с этим побыстрее. Давай? Что за связной? Кто у тебя связной? Один скользкий тип. В других обстоятельствах я бы не стал иметь с ним никаких дел. Ты ему не доверяешь? Я никому не доверяю, включая тебя. Как так, Роше, после всего, что между нами было? Роше, ты меня расстраиваешь. Пойдем. Пойдем, Роше. Не дохера ли тут риданских солдат, нет? У тебя связной ходит со свитой. Что-то здесь не то. Охотники за колдуньями. Шахматный клуб. Посмотрим. Родовид. Король Родовид Пятый, он же Родовид Свирепый. Шах и мат. Геральт в ахуе стоит просто. Говорят, что это королевская игра. Что шахматы учат стратегическому мышлению. Ерунда. Пешки одинаковы с обеих сторон. Правила всегда одни и те же. Ничего общего с жизнью. Знаешь, ведьмак, зачем я играю в шахматы? Понятия не имею. Не знаю. Не знаю. Я играю в шахматы, чтобы разгадать их секрет. Секрет шахмат? В этих фигурках шумит кровь. Приложи ухо и услышишь. Чего? Шу-шу. Шу-шу. Сердце перекачивает жизнь. Ем пешку и слышу хруст разрываемого мяса. Ем фигуру и слышу крик из глубины дерева. Ты с Йонты ко мне. Я хочу сломать шахматы. Выдавить из них правду. Понимаешь, о чем я? Нет. Вообще не понял. Ты ебанутый, что ли? Нет, я не понимаю. Нет. Ты не понимаешь, потому что ты не король. С точки зрения пешки видны только товарищи по бокам и враги на той стороне поля. Тут согласен. Король. Это умные слова. Видит шахматную доску иначе. Злейшие враги окружают его. Собственные пешки могут запереть короля в западне. А тогда шах и смерть. Шахматы, ведьмак. Это искусство жертвовать собственными пешками. Теперь неплохая понимаешь? Мысль. Да, теперь понимаю. Да. Думаю, что уже понимаю. Неважно. Перейдем к делу. Зачем ты привел ведьмака? Ведьмак сам все объяснит. Я не ожидал встретить здесь короля. Я думал, мы идем на встречу с риданским шпионом, а не с королем. Если можешь обойти посредников, лови момент. Я ищу ублюдка младшего. Знаю, что он пользуется поддержкой Редании. Зачем ты его ищешь? Это мое дело. Не буду настаивать. Я разместил младшего в имении в Оксенфурте. О нем знают немногие. Тебя туда не впустят. Но ты скажи, что пришел по поводу делок.
Младший постоянно требует приводить к себе женщин. Мне говорили, что он нехорошо с ними обращается. Ну, спасибо. Я ценю жест, Твое Величество. Король должен быть суров с врагами и щедр с друзьями. Кроме того, я рассчитываю на взаимность. К тому же младший мне уже не нужен. Большой четверки больше не существует. В свое время я напомню тебе об услуге. А теперь все, идите. Крестный отец. С тобой, Роше, я поговорю в другой раз. Действительно, прямо как Вито Корлеоне. Мне кажется, он все больше погружается в безумие. Ты тоже знаешь? Главное, я знаю, где искать младшего. Знаешь что, Геральт? Я ведь тоже хотел просить тебя об услуге. У меня проблемы с Бьянкой, и мне нужно, чтобы кто-нибудь ее образумил. Зайди ко мне в лагерь, я все расскажу. Хорошо, Роша, я подумаю. До встречи. Да, в смысле я подумаю, но пойдем поможем нашему старому приятелю. Фу, блядь, я думал, это наша кобыла. Это не наша. Так. Где там? А, вот убежище темирских партизан. Сейчас заглянем. Ты тут бывал и там. Вот ты мне скажешь. У них в Новиграде правда такая мода, чтоб мазали? Я не знаю, честно говоря. А правда, что ты когда-то королей убивал с нашим командиром? Спросите Вернона. Бей, чёрный, бей! О! Нашего посадить! Вы чё там? За речку надо повнимательней. Голову один неверный шаг и хера там. Прошу. Как ты меня достал, Сидор. Думаю, борделят. Геральт из Ривии, живой и здоровый. Да, я. Так, это все мы уже спрашивали. Диалоги почему-то все равно горят активными. Говорил, у тебя какие-то проблемы? С Бьянкой. Она взяла пару людей и ушла за реку. Бить нильфов в Еворнике. И что? Вроде партизаны этим и должны заниматься. Да, если им приказали. А я запретил ей покидать лагерь. Бессрочно. Зачем Бьянке этот Еворник? Понимаешь ли, тамошние мужики нам как-то помогли. Нильфгардцы об этом прознали. И теперь появилась информация, что они собираются устроить карательную экспедицию. Повесить каждого пятого. Или что-то вроде того. Хм. Кажется, я понимаю Бьянку. Непонятно только, почему ты против. На войне умирают люди. Не только солдаты, но и гражданские. Всех не спасешь, вот и все. Мне казалось, ты идеалист. Ты не ошибался. Только у меня один идеал. Свободная Темерия. Ради него я пойду на все. Ты больше не доверяешь Бьянке? Ты что? Она за меня умереть готова, не в этом дело. Знаешь, чем отличается солдат от обычного головореза? Мундиром? Я серьезно. Это был риторический вопрос, так что вместо того, чтобы спрашивать, лучше просвети меня. Солдат мыслит тактически. Он знает, когда нанести удар, когда отступить, когда идти в атаку, а когда ждать. У Бьянки с этим проблема. Она горячая, порывистая. А в партизанской войне один неверный шаг, и все пойдет нахер. Я приказал ей оставаться в лагере, потому что боялся, что если она пойдет на дело, то наделает бед. И я был прав. Ладно, у тебя проблемы с дисциплиной. Я-то как могу помочь? Не думаю, что Бьянка вошла в деревню. Скорее, она с ребятами засела в соседнем лесу. Надо найти ее, пока она не пошла в атаку, и остановить. Чего ты мастер сидишь? Мастер читать следы. Помоги мне. Ну, давай. Можешь на меня рассчитывать. Спасибо, Геральт. Я твой должник.
Тогда встречаемся в Велине под деревом висельников. Оттуда до Еворника рукой подать. Опять Велин. Ну что ж, я догадывался, что мы туда еще вернемся. Но не думал, что так быстро. Мы кровью заплатим за свободных детей. Ведьмак ведь не может остаться. Ну, помочь Вернану Рашет, по-моему, вообще святое дело. Так, вот дерево висельников. Роше. Я тут. Деревня внизу. Там уже черно от нильфов. Они казнь готовят. Бьянки не видно. Она порывистая, но не дура. Ждет удобного случая. Может, хочет ударить после захода солнца, когда... Что еще? Люди трое, легко вооруженные. Пытаются подобраться поближе. Там у... Смерть черным! Атна! Кирхе! Ко мне они атакуют. Похоже, мы опоздали. Блядь. Надо ей помочь. Со мной! Да иду, бля, бегу даже, впереди тебя. Янку спасем, конечно, это не вопрос. Так, здоровье у нее есть, то есть она может реально погибнуть. Нихера себе. Блядь, Бьянка там умирает. Бьянка там сидит и орёт, наверное, ноль помощи. Блядь. Янка, блядь, с дороги. А чуть не погибла, блядь. А еще не конец, еще может умереть. Бьянка, у тебя там кропаль ХП остался. Ты помолчала. Фух, неужели? Бьянка, мать твою, ты рехнулась! Ты игнорируешь приказы. Идешь на самоубийственное задание, и вместо того, чтобы надеть кирасу, ты лезешь в бой в рубахе, раскрытой до пупа, с сиськами наружу! Ты мне не отец, Роше, и не тебе говорить, как мне одеваться! Я твой командир, и ты будешь меня слушать! Ты по-прежнему в армии, мать твою, за ногу! Я не могла их бросить, они нам помогли! Дело солдата, Бьянка, убивать, а не спасать! Если тебе это не нравится... Иди к сестрам Мелителе! Учись на знахарку! Ёбаный хер! Давай оружие! Получишь обратно, когда образумишься! Если образумишься! Идем. Френ! Сука! Один остался. Один остался. Роше, ты забрал мой меч, но я и так справлюсь. Оставь его. Хватит здесь трупов. Что? Ты меня слышала? Да, и я поверить не могу. Он пришел, чтобы убивать гражданских. Он нас видел. И ты дашь ему просто так вернуться к своим и все рассказать? Имгыр и так знает, что мы убиваем его людей.
Пусть увидит, что мы умеем проявлять жалость. Ну, ладно. Роше прав. Кроме того, убить безоружного... Роше, да что с тобой? У тебя яйца отсохли! Это же садисты, оккупанты! Я потом объясню. Ты, Нильф, вали отсюда! Морантайн. Спасибо, я запомнил вашу... Иди, пока я не передумал. Ладно, идем, пока патруль не появился. Спасибо, Геральт. Если вдруг что, ты знаешь, где меня искать. Да уж, ну мы еле-еле успели спасти Бьянку. Еще понемножко, и она умерла. А она могла там умереть. Вообще запросто. Но мы подоспели вовремя. Так, ну в принципе мы так раз на этой части острова, где целая куча знаков вопросов. А раз такое дело. Но... Я, конечно, ни на что не намекаю, но... Значит... Пора ими заняться. Ну, по крайней мере, одним. Чёртова яма. Интересное название. Дьявольская яма. Так, чёртова или дьявольская? Лагерь бандитов. Бандиты. Здорово, бандиты. Не давайте ему продохнуть! Ну-ка! Вместе! Твоей жопой я сам займусь! Да. В таком состоянии, в котором ты сейчас находишься, дружище, ты вообще ничьей жопой не сможешь заняться. Меч отремонтировать. Ну да, что-то есть. А что по весу? Нормально. Но хлам все равно надо будет подать. Сколько тут всего, а? Не давайте ему продохнуть! О, дезертир. И где у вас тут еще лут? Это все подбираем здесь. Прямо как во втором Ведьмаке, когда мы с вами лутали хаты. Тут даже коза бегает. Ворожей такое одобряет. И хорошо. Что там махает? Жалкое зрелище. Не отпускай его! Красиво голова отлетела. Да уж. Ну вы, ребятка. Ребятки, такие себе. Слабоватые, конечно. О, они даже свиней держали. Попробуй. Не давайте ему продохнуть! Ну,
Что тут у вас интересного? Где у вас главный сундук лежит? Где все основные сокровища спрятаны? Да не-не-не-не-не-не-не. Какая лестница? Это? Наверное, да. Ну да. Все, главное сокровище нашли. В принципе, остальное все здесь именно тотальный мусор. Поэтому дальше, в принципе, можно и не лутаться. Там ничего интересного точно уже не будет. В доме разве что можно посмотреть. А, там закрыто. Ну тогда точно все. Так, тут ничего. Вот, кстати, получить награду бы, которую нам должны. Эх, ну тут рядом столько знаков вопросов. Они так и манят. Лошадь, не пугайте. 5. Лошадь испугали. Придется с ними драться со всеми. Раз не пугайся, пожалуйста. Мне совершенно не хотелось с ними драться. Вот цикуха. Быстрее. Плотва. Чё, кто тут? Альгуль? Один? Охранял. Ну что-то охранял, но не слишком интересное. Так, ну давайте вот это вот место, там два знака вопроса прям. Его и проверим. Пустевшее селение. Кто тут? Спрятанное сокровище. Неотосланное письмо. Да благословит тебя Мелитель, Нетель. Нетель, а в том сундучке, что ты мне дал отвезти, там было что-нибудь ценное? А то так приключилось, что сундучок этот выпал из лодки, и только я его и видел. Я пробовал его выловить, но там на дне какое-то лихо живет, должно быть. Сколько раз я сеть закидывал, вынимал порванный. Может, я смогу тебе это как-то компенсировать, например, скидками за будущие доставки? С уважением, Вилих. Несчастный случай. Так, лихо понятно, какой там живет. Утопцы. Только нырнул. Не мешайтесь. А вот и сундучок. В принципе, все уже выловили.
тут почему-то опустевшее селение. Видимо, там либо монстры, либо бандиты какие-то. Тоже тут уходцы. Хватит. Перестаньте. Вот сука. Все, селение теперь освободили. О, нильфы вернулись сюда. А чё ж вы не смогли утопцев отогнать? Храбрые, видать, вы вояки, конечно. Ты чё, блядь, издеваетесь надо мной? Они посчитали, что я украл что-то. Бать, да если б не я, вы в это селение даже не вернулись. Вы чё, вообще псы позорные. Вон, с собаками, кстати, поразвлекайтесь. Надо их стравить друг с другом. Да хватит на меня внимание обращать. Друг с другом поразвлекайтесь там, ага. Ну вы конченые. Все, дальше очка. Блять, не очканули. Я думал, очканули. Вот это благодарность, конечно. Да это даже воровством не было, блять. Я мог бы чисто теоретически залутать это, когда они еще даже не вернулись. Пиздец, ну они, конечно, вообще ненормальные. Плотва, давай-ка. Шевелись, погнали, плотва. Отсюда нахер просто. Там еще есть знаки вопросов. Скотина. Да ладно тебе. Они даже не догонят. Не, ну нильфы, конечно, сволочи черные. Я всего-то забрал там херь какую-то. Бесполезный. О, туманник. 15 уровень. В принципе, справимся. Добили. Хорошо. Письмо и цветы. Яник, конечно, мы приведем вас под свой кров. Что за вопрос? Приезжай со всей семьей. Война к нам еще не пришла, еды у нас вдоволь, может даже слишком. Брюх у меня в последнее время растет, как будто это мне еще одного сопляка рожать. Так что если вырвешь у меня изо рта немного пива и рульки, то окажешь мне большую услугу. Мы уже готовим для вас постели, жить будете на чердаке. Там удобно, только не забывай пригибаться, когда будешь подниматься по лестнице. Удачной дороги, скоро увидимся, Матвей. Не везет, так не везет. Используя ведьмачье чутье, найти ценности неподалеку от разбитой телеги. Так я вижу, вот сундук. А, ключи у нее, наверное. Отлично, кроны. Нормально. Нормально. Так, гнездо чудовищ. Кто у нас тут? Ах, и гнусный же ты. Гнусные гули.
ну-ка, хватит. Хватит выделываться, алло. Гули, гули. Еще и здоровье себе восстанавливаю, перестаньте. Это ни к чему совершенно. Вы же не Росомахи. Гнездо гулей, надо его уничтожить. Гнездо уничтожили. И плотва подошла, молодец. Едем на следующий. Лагерь бандитов. Еще? Не отпускай его! Что, драться расхотелось? Бам! И ноги в разные стороны. Ну тут все получается уже залутали. Ну, пора возвращаться, видимо. Плотва, стой! Стой, плотва, блядь, догоню! Где здесь ближайшая точка быстрого перемещения? Вот здесь. Погнали, а то там пора уже и продавать весь мусор. А то места скоро не будет. Куда это все добро девать? Медведь! Медвежье сало нам надо было, я помню. Так, книжка. Давай это все сюда. Уже скоро, кстати, надо и доспехи поменять. Надо будет проверить после того, как все продадим, какой там уровень необходим, чтобы ведьмачьи доспехи школы кота себе сделать. Бля, куда я нажал? Я вообще-то просто карту передвигал. Не. Мост нам не нужен. Вот сюда. Так, вот здесь... Где-то, кажется, был. Во, есть такой. Иди сюда. Мечи высший сорт. Спасибо. Покажи мне свои товары. 2000 у него есть. Больше тебе продать, собственно, и нечего, да? А если починить все мое барахло? Ну, давай я у тебя что-нибудь куплю. Такого эдакого. Что может мне пригодиться. Даже не знаю, что мне может пригодиться. Ну, сидельные сумки давай куплю. А тебе продам меч. И на сдачу камушков.
Будь здоров. Будь здоров. Так, что там за сумки купили сидельные? А, ну да, получше. Отлично. Так, что там по заданиям? Сокровища графа Ровина. Хотя, в принципе, можно сразу пробраться в имение ублюдка младшего. Давайте, собственно, так и сделаем. Сходим за ублюдком младшим. Тебе чего? Где ублюдок младший? Видал? Но ты суров. Я тебя знаю, выродок. Я видал, как ты Ольгерда убил и Вика. Ну, теперь твоя очередь. Да, я вроде видел этих господ. Как их там, Ольгерд и Вик? Передавай им привет. Еще можно сдаться. Дверь открываем и погнали. Ну попробуйте. Да, я его убил. Опять друг друга убивают. Ай, блядь. Прекратите. Минуточку. Я повешенного. Да-да-да, кучнее, чтобы вы с арбалетов друг друга убивали. Хорошо. Что у вас тут еще имеется? Так, это не тот, да? Если не тот, то хорошо. Сквозь двери закрытые прошли. Интересно. Все тут, естественно, залутать надо. Само собой. О, там еще кто-то живой. Давай. Так, ну давайте-ка обыщем. О,
и тут есть. Да, я его убил. И тебя тоже. Так. Бля, я тут ничего не вижу. Придется в доме пить кошку, чтобы что-то увидеть. А то ничего не видно. Винишка? Ну да, бочки вот. А здесь что? А где там была стеночка-то такая, которую можно вынести? Вот. Чё, здесь ничего нету? Закрыто. Ну и ладно. Так, ну, собственно, к ублюдку мы пойдем попозже немножечко. Укрытие его мы, собственно, уже обыскали. Осталось только подняться наверх и встретиться с ним. Ну что ж, время серии подошло к концу, а это значит, что я вынужден с вами прощаться. Вы же подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки и всем до новых встреч, дорогие друзья. А точнее, до следующей ведьмачьей серии. Всем пока.